Так, добрый вечер, дорогие товарищи, боевые друзья. Еще не все подошли, но мы все-таки традиция такая, что как наметили, так и начинаем. Обычно мы начинаем здесь в 3 часа, сейчас 2, поэтому, может, кто-то подойдет позже. Вот. Пожалуйста, ни на что не обращайте внимания, особенно на тех, кто тут около микрофона поет. Я серьезно говорю, ребята, я надеюсь, будете хорошо проводить время. Вы нам не мешаете, если будете выпивать, закусывать. Наоборот, с удовольствием, с завистью буду смотреть, у меня будет вдохновение расти. Значит, меня зовут Верстаков, я сегодня начинаю. Вторым будет выступать один из основоположников афганской песни, Игорь Морозов. А открыть наш такой небольшой, я считаю, ну какой-то товарищеский вечер. Я боюсь к сегодняшнему, вернее, ко вчерашнему дню употреблять слово «праздник». Я не думаю, что день вывода войск из Афганистана – это праздник, потому что мы оставили там многих друзей, которые погибли. Нелогично. А День Победы 9 мая, Верстаков? Нет, я считаю, праздник – это день ввода войск. Ну ладно, все равно сегодня день памяти, день встреч. А пусть наш вечер откроет офицер, который прошел Афганистан, 2 года там был. Был обманом захвачен в плен в Чечне, один из наших самых известных и продолжительных узников. Еще раз повторяю, офицер, писатель, который написал, я считаю, лучшую книгу об Афганистане, которая называлась «Операцию «Шторм» начать раньше». А сейчас он, между прочим, председатель Союза писателей России. То есть наш начальник с Игорем Морозовым, потому что мы с ним писатели. А у вас заодно будет теперь знакомый в Союзе писателей России, не просто знакомый, а первый там человек. Николай Федорович Иванов. Дорогие друзья, с нашим днем. День наш, праздник, не праздник, мы здесь в самом деле не говорим. Я тоже поддерживаю во многом Виктора Верстакова в том, что ошибка не ввод войск, а ошибка вывод войск. Потому что есть очень многие политические причины. Мы прекрасно понимаем, что это не члены Политбюро захотели повоевать, и они послали воевать там нас за речку. Да? Были веские причины, которые попытался по минутам восстановить этой книги. Но сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о вечере. Мы говорим о том, что, вы знаете, после Афгана было очень много горячих точек. Но я войну оцениваю потому, сложились ли песни об этих войнах. Вот об Афганистане сложились песни, об Афганистане поют. Ни о Чечне пока, ни о Донбассе, ни о других наших горячих точках пока не запели. Песни пока не сложились. В большинстве своем перепевают вот наших ребят, и Виктора Верстакова, и Игоря Морозова, и всех наших других друзей. Знаете, позавчера был в «Звездном городке», встречали космонавтов, которые пролетели, вернулись месяц назад из космоса, длительной экспедиции. И начальник космодрома сказал: «Вы знаете, вы штучный товар. Вот у нас было 400 заявлений в отряд космонавтов, а мы отобрали только 6. Вы знаете, а я подумал, а вот мы, афганцы, вы еще более штучный товар. Вы еще более штучный товар, потому что вы те, кто не хотел лететь за речку, те, кто хотел увильнуть, они увильнули, они не полетели. Вот все, кто здесь, не уворачивались, не придумывали себе болезни, не обложились справками, мы полетели. Мы выполнили свой долг. И вы знаете, друзья, сегодня сейчас встретил удивительного человека, человека, который раньше всех знал, нас предполагал ситуацию, которая будет в Афганистане. Это Хабиб Джубаевич Халбаев, командир мусульманского батальона. Друзья, это вот человек, которого еще не знали, полетим мы или не полетим, пойдут войска, не пойдут.
Вот капитана Халбаева отыскали на курсах выстрел, да, и сказали собрать отряд. И 10 сентября, одну маленькую выдержку вот из этого романа, который вот как раз по минутам восстанавливает, почему мы там оказались, именно почему. Вопросы. Именно почему мы там оказались. Виктор, разреши одну, зачитаю. Вот об этом человеке, может быть, каждый знает. 10 сентября, сентября еще 79 года, Ташкент. Сначала должен умереть ты, Хабиб Таджибаевич, а потом уже только этот человек. Полковник Колесов, это Герой Советского Союза, Колесник, показал Халабаеву фотографию пожилого мужчины с благородной сединой в висках. Тараки, понял комбат по газетным снимкам президента Афганистана. Вернее, скажем так, что бы ни случилось там, куда вы летите, но мы поймем тебя лишь в одном случае. Если этот человек погиб, то значит ни твоего батальона, ни тебя самого уже в живых нет. Извини, но... Короче, отвечаю головой. Комбат взял в руки фотографию, более внимательно посмотрел на тараки. Да. Задачу по охране поставил лично Леонид Ильич Брежнев. Все, работаем по второму варианту. А сейчас штаб округа, потом к вам на аэродром. И вот этот человек со своим батальоном 10 сентября должен был влететь в Афганистан, но запоздали, Тараки был задушен, как мы понимаем, да. Сняли с самолета Хабиба Таджибаевича с его батальоном. И второй вариант не сработал, и мы влетели 25 уже декабря. Я хочу подарить вот эту книжку, которая, оказывается, у Хабиба Таджибаевича нет. Мы с вами встречались в Ташкенте в 90-м году, и вот сейчас увиделись сейчас. Друзья, любая наша страница, рано или поздно, она будет написана. Любая наша страница, она наполнена смыслами, наполнена тем, что за нами идут следом. Идут следом по нашему проторенному пути. И нам не стыдно оглянуться назад, и нам не стыдно посмотреть в глаза нашему отечеству и всем остальным. Мы не опускаем свою голову за нашу афганскую войну. Хабиб Таджибаевич, дорогой. Все, Витя. Так, но когда начиналось все это дело, во-первых, давайте еще вспомним, что еще 24 декабря пешком по земле туда вошел в Афганистан десантно-штурмовой батальон под командованием Леонида Хабарова, который взял Саланг и принял самые первые бои. Об этом почти никто не знает. Потом была 9-я рота, но 9-я рота, она была вспомогательной. Потом был мусульманский батальон, потом, вернее, одновременно группа КГБ «Зенит и Гром» и так далее. Песня 9-я рота – это как бы образ начала той войны. Еще на границе и дальше границы стоят в ожидании наши полки. А там на подходе к афганской столице 9-я рота примкнула штыки. 9-я рота сдала партбилеты и с памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется бой до рассвета, то не было роты, приснилась она. И если затянется бой до рассвета, то не было роды, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, а все же она оставалась войной. Идет по Кабулу 9-я рота, и нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее бронеколонна, последней ходившая в мирном строю, 9-я рота сбивает заслоны в безвестном декабрьском первом бою. Прости же, 9-я рота отставших, такая служба, такой был приказ, но завтра зачислят на должности павших.
девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, а все же она остается войной. Идет по России девятая рота, жаль, нет никого у нее за спиной. Идет по Тверскому девятая рота, пусть нет никого у нее за спиной. А вот песня немножко ближе к мусульманскому. Вадим, не сбивай пока. Называется «Горит звезда над городом Кабулом». Это действительно так. Если бы не удался бы вот этот военный переворот, то многих из нас, которые сейчас сидят здесь в зале, просто не было бы живых. Потому что пришлось бы уничтожать мусульманский батальон. Пришлось бы делать вид, что это афганская армия. Мусульманский батальон, кстати, они были действительно одеты в афганскую форму. И никто бы никогда не знал, какие были вот эти первые герои. Горит звезда над городом Кабулом. Горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я. Я лежу, смотрю, как остывает над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, а нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций, лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрьская чужая, а под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю все, с чем впервые расстаюсь навек. И я слезой последней провожаю все, с чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулом, горит звезда прощальная моя. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я. Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, когда на снег упал в атаке я. Шуточная песня о советской печати. Иногда ее, когда не я исполняю, то это ее объявляют как песня об афганской армии. И даже говорят, что не я написал, какие-то там бойцы и прочие молодые офицеры. Нет, это моя песня, это я ее написал. И я ее печатал именно под названием «Шуточная песня о советской печати». Почему? Здесь присутствует много моих, немного, но есть дорогих товарищей, журналистов, которые постоянно работали в Афганистане в годы войны. И они подтвердят, что нам приходилось врать. Но чтобы о вас, об афганцах, хоть что-то было известно, мы все смягчали, порой мы заменяли слова там советской армии на афганской армии. Но выбор был небольшой. Или вообще не писать, или иногда что-то допускать. Какие-то, к сожалению, вот такие вот неточности. Иногда фамилии даже меняли. Русский на афганский. Дрожит душман, в пули хумри, и около Герата его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, ну так и прут под пули.
их невозможно удержать, они нас защищают. О чем советская печать стыдливо сообщает? Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. Границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузах антрактах детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится? Она разбила 1000 бан, нет, 1 000 000 000, почти очистила Шиндант и 2 других района. Сильна, отважна, велика, заслуженно известна. А мы все пляшем ГПК и чиним трактор местный. А мы плясали ГПК, чинили трактор местный. Называется «В королевских конюшнях». А в госпитале 40-й армии он был в бывших шахских, ну или королевских конюшнях. В королевских конюшнях метромет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно, голубки, в коридорах, где сплошь к обрубкам, к обрубку полегла молодежь. Вертолетчик без правы, минометчик без двух, на повязках кровавых гной да пятна от мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, где десантник навечно задремал на балу. Унесли бедолагу, положили меня, и отсюда ни шагу, я спокойней коня. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал. Мне не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь? В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, в наркотичном, спиртушном, одержимном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Но коль не воскресну, все равно хоть часов проживу на чудесный, поглядев адресок. Проживу на чудесный, поглядев адресок. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра мою душу унесла от меня. Песня называется, ну, у нее 2 названия. Одно — «Пылает город Кандагар», и второе название — «Аллах Акбар». Меня иногда ругают за эту песню, но ругают сгоряча. Если вы вслушаетесь в нее, то поймете, что она поется от имени советского офицера. Я не знаю, я, да, кстати, хотел предупредить. Во многих моих песнях, так сказать, слишком боевое содержание, это не значит, что я пою о себе. Я был там военным журналистом, но именно военным, я работал в войсках, старался держать поближе к бойцам и к младшим офицерам. Вот. Но все-таки я был наблюдателем, да. Но иногда со стороны не больше, чем... Ну и, короче, из того, что я видел, одно время было среди офицеров, ну, по крайней мере, я несколько раз видел, шутливое приветствие. Встречались, и друг другу говорит: «Аллах Акбар, куда пошел-то?» «За водкой пошел». Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах.
Скучно в жизни той я жить, как все, не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок. Ава, ава, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал наконец. Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, пылает склон и перебит дозор. Видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Пылает город Кандагар, живым уйти нельзя, и все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах, Аллах, Аллах. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет, и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, ей лизнуть бы хозяйскую руку. Как знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолетный врезается пол, высеченное Нюркино тело. Сотню раз она чуяла тол, а 101-й чуть-чуть не успел. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула. И взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым. И хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала. И хрипела, на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзьям, обмотали бинтами сапера. Он сказал, мне без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, их вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Ну, так как здесь...
достаточно много людей, которые были в Афганистане и не в одном месте перемещались, то я хочу спеть песню, которая называется «Афганские гарнизоны». Ну, конечно, все афганские гарнизоны, спасибо, Льва Сергеевна, перечислить невозможно, но хоть те, которые более-менее знали, или бывал. С ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простились, и айдам воздушным сообщением другое измерение в другие города. Кабул, Кабул, Эрес Авгул, Дар-уль-Аман, где чуть живой от скуки штаб сороковой аэродром. Небесный гром, комдив с чекушкою и прапорщик с ведром, Джалалабад, волшебный сад между двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой. Спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк витает в небесах. Кундуз, кундуз, не хватит муз, чтобы поэта объявить тебя прекрасным, вдохновенным. Зимой мороз, весной понос, и круглый год житель не жить, один вопрос. Газни, газни, кругом огни, бьют дышака издалека, и миномет из бугорка. Бери за ум, гони ханумом, без темноты она не стоит этих сум. Гордес, гордес, пыль дай небес, качают духи головой перед бригадой штурмовой, мол, за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь мало банд, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат. Но здесь оклям госпиталя, где много баб, а с ними пухом нам земля. И Кандагар сплошной угар, на черной площади броня горит среди ночи и среди дня. Но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ведром. Вечерний свет. Вечерний свет в горах погас, в ущельях сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Пусть оставались мы не раз в ущельях с ней наедине, но не на склонах, ни на дне война не понимала нас. На гребне высланы посты, их поменяют через час. Война глядит из темноты, она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, а мы уже не тужим глаз. Война не понимает нас, иначе вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, в ущельях сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Вода во флягах, как вино, война не понимает нас.
Песня называется «Советник Жуков». Я несколько слов о советниках скажу. Все-таки, как бы не тяжело было сражаться в войсках, но когда среди своих это одно, а когда все-таки среди не своих это гораздо, по-моему, как-то страшнее. Ну, не знаю, гораздо. Но тяжело. А у нас были советники, значит, в афганской армии, были партийные советники. Были комсомольские советники, которые сидят вот там, вот Коля Комиссаров и компания, да. Это вообще сумасшедшие люди. Они туда, в общем-то, без всяких документов поехали. Не было даже никакого официального решения о том, что туда поедут комсомольские советники. И они лезли туда, куда надо и куда не надо. Почему среди них много погибших и раненых? Много. Были советники по линии КГБ, сегодня присутствуют у нас... Вдова одного из них, Любовь Федоровна Рутюнян, дочка его. А советник Жуков, песня родилась еще когда шли афганские события. И Жуков живым, что мы очень удивились, вернулся из Афганистана. И его потом назначили куда-то на службу в Ленинград. И вот мы его провожали, в том числе был... И легендарный полковник Хабаров, который израненный и второй раз служил в Афганистане, уже вроде инвалидом, но служил. Вот. А потом попал в тюрьму, якобы за попытку государственного переворота. Да понятно, что сняли, куда еще деваться им, сволочам этим. Вот, а Хабаров про Жукова сказал очень хорошую фразу. Ты знаешь, говорит, по-моему... Это единственный из пехоты, за кого даже десантники пьют стоя. Ну вот, песня называется «Советник Жуков», а написал я ее еще тогда, когда шла афганская война. Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку взбунтовали солдаты и ждали его во дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень теребя, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дувалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклинали, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел, в экспрессе Москва-Ленинград. Мир тот же из крови песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны. Владимир Маковей, 345-й легендарный отдельный парашютно-десантный полк. Про него еще будет сегодня песня, Володя.
Он просто подтвердил, что я не просто так вам сказал, не обманул. Он выпил стоя, хотя он десантник легендарный, а пьет за пехоту. Кто за жупом? Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит, опять хохочет медсестричка и режет сало замполит. А над палаточным брезентом свистят то ветер, то свинец. Жизнь словно кадр киноленты дала картинку наконец. О чем задумался над штабом, какие в явь увидел сны, откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. А хорошо сестра хохочет от медицинского вина, она любви давно не хочет, и в душу глянула война. Эй, замполит, плесни помалу, теперь за родину пора. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Володя, а вот теперь можно про мой любимый, вот у меня значок даже его, который Валера Востротин снял себе и отдал, 345-й отдельно парашютный десантный полк, где была и 9-я рота, и в начале войны, и фильм, который я считаю ужасный и дурацкий, тоже 9-я рота, но 9-я рота в конце войны. Хотя она далеко не вся погибла, там погибло 6 человек, и тут были огромные потери. В 9-й роте это такое было редкостью, а может никогда не было. Из Бамиана нас вытаскивал, да? 9-я рота. Итак, 345-й полк. Сорок-пятого полка мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды по грани, как свистели пули у виска, как сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Саланга и до Бамиана лезли мы по тропам облака, сквозь рассветы алые, как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну а тех, кто предали нас ныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву пойдем наверняка, как вас вождем мою столицу 345-го полка, в русскую советскую столицу 345-го полка. Верхом побожаловал.
79-й год, командир роты. Вот. Это единственный, то есть крайний офицер, кто остался жить в Фергане в настоящее время. Я помню, что 35-й полк пришел из Ферганы. В этом случае. Может, кто-то скажете? А что вам сказать? Да, ну да, ладно, да, потом тогда скажете. Да, спасибо. Пойдем. Так, вот скоро у нас будет выступать Морозов, у меня же осталось несколько песен, да? А я сейчас хочу спеть песню, которая посвящена Игорю Морозову. Вот тоже странное дело, да? Основоположники афганской песни стали, в общем-то, рядовые бойцы советской армии и офицеры КГБ. Да, да, вот так вот. А профессионально осталось песни Юры Кирсанова, тоже КГБшник, Игоря Морозова, КГБшник, извините, Верстакова, хотя я служил в советской армии. Вот. Но что интересно, вот мы, например, трое все с 51-го года, и что-то нас все связывает. Ну, короче, я хочу спеть песню, посвященную Игорю Морозову. Называется «Она была, не была». Довольно новая песня, я еще не очень надо. Мы еще вспоминаем афганские горы, мы еще не забыли ущелье Чечни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские скудные дни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские скудные дни. Помнишь домик с крыльцом, помнишь тихую речку, помнишь девочку ту, с кем сидел у костра. Это было давно, это будет навечно, с этим нам расставаться еще не пора. Это было давно, это будет навечно, с этим нам расставаться еще не пора. Автоматы и гитара до срока укрыты от наветов чужих и от глаз неродных. Мы остались в живых не для славы и быта, ради первой любви. Мы остались в живых, мы остались в живых, не для славы и быта, ради первой любви. Мы остались в живых, еще ради той, не застигнутой нами, величайшей всемирной отцовской войны. А с гражданской второй сладим как-нибудь сами. Но а горные трети нам уже не важны. Мы с гражданской второй сладим как-нибудь сами. Но а горные трети нам уже не важны. Пусть девчоночка та стала женщиной старой, и костер прогорел, и река заросла. Есть у нас на двоих автоматы и гитара, и война за окном, и была не была. Есть у нас на двоих автоматы и гитара, и война за окном, и была не
ворот на Баграм. Нет, Афганистан, ни сон, ни обман, я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабар и наш поворот на Баграм. Ударил фугас, но Бог меня спас. Не знаю, чужой или свой, над грудой брони смерть по времени, я, кажется, снова живой. И дело не в том, что будет потом, как встретят нас в отчей стране. До крика держись, недолгая жизнь, но дольше обычной вдвойне. Мальчишка-боец, комзвода юнец, и взрослый усатый комбат. Не хватит свинца, чтобы наши сердца живые забились не в лад. Нет, Афганистан, ни сон, ни обман, я память друзей не предам. Я вижу сквозь даль дорогу Джабали, наш поворот на Баграм. Я вижу сквозь даль дорогу в Джабаль и наш поворот на Баграм. Ведь это сердце, а не фляжка и не вода. Течет а кровь, спасай бессонная тельняшка, дай силы женская любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем. Если снова станет тяжко и нас война догонит вновь, спасай последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Почему нынче вспомнились мне те ветра, те снега, те пески? Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Пролетали в ночи трассера разноцветные звезды войны, и нам снились в горах до утра ледяные солдатские сны. Вот сижу над рекою Москвой, на гитаре походной бренчу. Я с войны возвратился живой, я войну вспоминать не хочу. Остывает уха в котелке, не допито во фляге вино, и сползает
слеза по щеке, что увидеться нам не дано. И опять вспоминаются мне те ветра, те снега, те пески, далеко-далеко на войне, где мы были как братья близкие. Далеко-далеко на войне, где мы были как братья близки. Так, ну сейчас немножко наберитесь духу, песня несколько длинная, но интересная. Называется «На краткий курс. Новейшая история Афганистана». Чтобы ее понимать, все-таки надо знать, что она написана в два захода. Один заход я написал еще при жизни Брежнева, и он упоминается в этой песне «Тот, кто нынче выше всех». А второй уже, когда закончились эти события. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, называя Захиршаха и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля, да, любили мы скотину Захиршаха короля. До зубов вооружили, утопи его хорон, а вообще неплохо жили с этим самым Захиром. И целуясь с господами, тот, кто нынче выше всех, заложил кирпич в фундамент под кабульский политех. Но история как средство по весоме кирпича, где Захир, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Дауд. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, как с товарищем зажили с этим самым Даудом. Только снова дали маху сей революционер, оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же как на грех целовал утро полично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иудин, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя бы рановато взяли принца на штыки, но целуем словно брата Нура-Мура-Тараким. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет грамотей, из казны, как из кармана, много капнул на детей. И партийные разлады непутево примерял, расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки, а вообще неплохо жили с этим самым Тараки. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вира Нурмол или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССР был у Нура друг один, мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой своего лучшего дружка и зарыл тарачью тушку среди афганского песка. Мы, конечно, телеграмму, Муламин Хафизула, мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, но согласно узам дружбы можем денег предложить и военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо и с Амином до конца, расстреляв его со вздохом посереть его дворца. Сразу радио врубили, мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, на Бабрака Кармаля. Правда, он буржуй прожженный, форчинист и пустобрех, но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, где сидел он вечно пьяный, с важной дубой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, весь, как говорится, вышел и в кремлевской лег к стене. Мы
Мы порадовались с виду, но задумались слегка. Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля. За Боброва, за Бобрака, за Калюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле. То Дров, то Черненко, то пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров. Дожидаясь приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела. Глядь уже, сидит в Кабуле особист над Жигулом. Правда, в университете он учился на врача, и людей на белом свете часто резал сгоряча. Возглавляя орган хата, это ихний комитет, кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном нормальный малый, мы с ним многое смогли бы. Да в Кремле пятно восстало, до свидания надо жить. Одоварили чекушки и авгашки, кто имел, в Харатоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, и трещим из пулеметов на гражданской, на войне. Не дадим отныне маху, только грустно, черт возьми, что какого-нибудь шаха нет между нашими людьми. Так, у нас три последних песенки. Вадим, ну наконец, твой заказ будет исполнен. Вот эта песня моя, я ее редко пою, потому что сам волнуюсь, всегда начинаю плакать. Но я точно знаю, что на нескольких памятниках обелисках афганским ребятам. Есть строчки из этой песни. Давай за тех, кто не вернулся, кто стал частицей тишины, кто лег у горах и не проснулся от необъявленной войны, кто лег у горах и не проснулся от необъявленной войны. Давай не чокаясь, ребята, давайте молча и до дна. За офицера и солдата, кого взяла к себе война. За офицера и солдата, кого взяла к себе война. Вслух выговаривать не будем их дорогие имена, поскольку здесь безвестно людям та наша горькая война. Покуда здесь безвестно людям та наша горькая война. Но молча вспомним поименно тех, с кем навеки сроднены, кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Оставить не имеем права, а только молча и до дна, поскольку общая держава, поскольку общая война, поскольку общая держава, и значит общая война. Третий тост.
Ну, еще одну хочу вам спеть относительно новую песню, предпоследнюю в моем выступлении. Она не только про Афганистан, но она характерна тем, что она и начинается, и заканчивается нашим будущим Афганистаном, потому что хотим мы или не хотим, а второй афганский поход обязательно будет. К сожалению. Проснулся утром, чую быть в беде, где пил вчера, какие были бабы. Лишь помню директиву из генштаба в Афганистан и далее везде. Прошел в Афгане впадины и выси, был в морозилке и в сковороде. А дома директива на Тбилиси, ну и затем, как водится везде. От Сулико отбился малой кровью, врет, что синяк остался на груди. А из генштаба клич на Приднестровье, Бендеры, Дубасары и везде. Потом армяне с озерами в страхе сошлись на виноградной борозде. Я их мерил в Нагорном Карабахе, в Баку и в Сумгаите и везде. С таджиками и вовсе было худо, всем без в ребро, всем кровь на бороде. Пришлось пройти отсюда и дотуда, Таджикистан и далее везде. Я разлюбил весь мир юго-восточный, я заскучал по северной звезде. Но был отправлен директивой срочной в Абхазию и далее везде. Но вот осели русские туманы, хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, на Приштину и далее везде. Вообще песня почти бесконечная, я спою только конец там. Сейчас. Я помню, что его отправляли, да, сейчас. Он был отправлен, да. Но сочинил генштаб другую сказку, что вилами писалось на воде. Я послан был в окрестности Дамаском, мимим Алеппом, далее везде. Изгнал ИГИЛ оттуда, чтобы рядом с Россией был он, а не черти где. Чтоб вновь генштаб командовал парадом в Афганистане, далее везде. Пусть мой генштаб командует парадом опять в Афгане и опять везде. Да, но почему я остановился, ну почти специально, хотя и нечаянно, потому что тут перечисляются все те конфликты и горячие точки, в которых многие из вас принимали участие уже после Афганистана. А их было так много, что даже у меня и комплетов-то не хватает, иногда хватает, и я их забываю. Последняя песня, и так называется «Последний батальон». Последний батальон уходит из Кабула. На взлетной полосе гудит последний ил. Дымами дизелей дорогу затянуло. Прощай, Афганистан, который я любил. Война была войной,
не лучше и не хуже, чем тысячи других в иные времена. В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей, и 9 с лишним лет стреляла в нас она. С лихвой оплачен долг интернациональный. Не посрамили мы советскую страну, и все же иногда оглянемся печально на брошенный Кабул, предчувствуя вину. Оставили друзей наедине с врагами, оставили врагов с судьбой наедине. Одни убьют других, потом погибнут сами на недобитой нами горестной войне. Последняя колонна от аэродрома идет на Чирикар и дальше на Джабаль. Перемахнем Саланг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Перемахнем Саланг и завтра будем дома. Прощай, Афганистан, которого мне жаль. Спасибо, друзья. 15 минут отдыха, расслабления, перекуров, а потом начнется главное, будет выступать Игорь Николаевич Морозов.